В этом году для всех участников и гостиного двора оказалось мало. Более 500 конкурсантов приехали в столицу, чтобы сразиться на поприще красоты. Приличные начесы, оригинальные локоны, гнезда на голове. С этим, конечно, не пойдешь на работу. Здесь все как в мире высокой моды. Чемпионат – это смотр тенденций. Настоящую женщину сложно застать врасплох. На самом деле она вот такая, это олицетворение настоящей женщины. Она всегда красивая утром и в обед, и вечером. Ну, я не думаю, что с большим объемом сейчас девочки ходят. В большинстве своем всегда они прибранные волосы, расчесанные, гладкие, прямые, но очень ухоженные. Очень ухоженные на этом празднике красоты не только представительницы прекрасного пола. Современная мода стирает границы между мужской и женской стрижками. Однако в номинациях половые различия учитываются. Всего же 30 категорий. Вечерняя укладка, фантазийный образ, креативная мужская или свадебная прическа. Кто справился с заданием лучше, решает компетентное судейство. В состав жюри входят самые выдающиеся деятели конкурсного движения. Как минимум должны быть чемпионы Европы быть неоднократные, а так в основном чемпионы мира, некоторые двукратные. Для того, чтобы попасть на чемпионат России, может каждый любой желающий принять участие? Да, конечно. Но сначала надо начинать с районного, да, с городского конкурса, потом дальше область, дальше Москва, Россия, Европа, мир. От Красногорского района в команде Московской области выступало 4 мастера. Их усилия оказались не напрасными. И приз за второе место региональная сборная взяла, уступив лишь столице. Более того, красногорские участники попали в десятку лучших, что дает им право претендовать на призы чемпионата Европы и мира. Анастасия Евстафьева, Наталья Леонтьева, Максим Мельников, Марианна Быстрова, КРТВ.